وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا сказал посланник Аллаха о я ربي о мой Господь мой народ сделал хиджру от Корана отдалился от Корана оставил Коран поэтому субханаллах но даже опять я уже все так скажем некую мукарану такую связь провожу с мечетью с нашим почему потому что вот к нам приходят братья которые хотят изучать Коран и с 2011 года я вот просто два их приведу один ходил говорит я хочу научиться Корану у меня есть сильное желание хорошо хаяк Аллах приходи второй тоже пришел но разница между этим вот этот который так и не научился до сих пор начинает записываться и опять оставляет начинает записываться опять оставляет начинает уже прошло сколько 10-12 лет он так и не научился читать Коран а другой уже пол Корана наизусть знает поэтому субханаллах мы должны его не оставлять то есть и продолжать изучать ведь это наша религия это наша субханаллах Коран это субханаллах это манхадж аль-хая это же программа нашей жизни я говорю субханаллах как можно прожить жизнь в этой жизни и не насладиться чтением Корана в оригинале. Субханаллах. Как можно вообще не прочувствовать этот вкус? Только кто читает, то знает, о чем я говорю.